Выпил, угнал, теперь в тюрьму. Изрядно выпивший пермяк воспользовался невнимательностью водителя «Газели», который оставил ключи в замке зажигания. Мужчина отвлекся, разгружая товар возле пиццерии. И это еще не все любопытные детали происшествия. Подробности далее. Экипаж ГИБДД преследует «Газель». В вечернее время в отдел полиции индустриального района обратился индивидуальный предприниматель. У его сотрудника-водителя только что угнали транспортное средство. Преступление произошло возле пиццерии на улице Беляева. Злоумышленник воспользовался невнимательностью автолюбителя. Мужчина разгружал товар и оставил ключи в замке зажигания. По горячим следам угонщика поймали на улице Мира в состоянии сильного алкогольного опьянения. Увидел, что открытая «Газель». Сел в машину, увидел ключи, завел, поехал, все. Машину где увидели? Вот этого не помню. Был в состоянии опьянения. Точно, ну, улицы даже сказать не могу. Какой алкоголь употребляли? Пиво употреблял. Вот такой напиток. Сколько примерно? Ну, бутылок 5 выпил, да. На место задержания прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленника доставили в дежурную часть. Подозреваемый, ранее судимый 35-летний пермяк. Мало того, оказалось, что из мест не столь отдаленных он освободился буквально накануне. Освободились когда? Вчера. То есть вчера с Клименко вышли? Ну так получилось, я вообще сам не понимаю. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже был лишен права управления за езду в нетрезвом виде. Дознаватели возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Угон». Теперь его, по всей видимости, ждет новый срок или серьезный штраф. Андрей Григорьев, Евгений Гуляев, телевизионная служба новостей.